друзья, мы очень рады, что вас так много сегодня, что вы так активно откликнулись на наше приглашение посетить нашу ярмарку, нашу первую ярмарку, которую мы решили назвать «Южный базар». Мы готовы вам дарить наше южное тепло, но и взамен получать ваши улыбки, хорошее настроение. Добро пожаловать! Я всех хочу поприветствовать от своего имени и рассказать немного, что мы здесь делаем, кроме того, что мы сегодня с вами веселимся, угощаемся, имеем возможность приобрести разные товары, которые сегодня люди здесь снимают. У нас представлены. Я как представитель социальной платформы хочу обратить внимание, что сегодня с нами здесь эти прекрасные ребята, которые веселят вас, которые продают пирожки, раздают газеты, держат ленту. Это ребята Центра Ростов без наркотиков. Мы сегодня их поддерживаем. На каждом прилавке прикреплены вот такие замечательные пакеты. Приобретая что-то на нашей ярмарке, сдачу можете оставлять там. Все пойдет на строительство центра имени Макаренко для Ростова без наркотиков.